Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Пандос FXович, и мой непостоянный гость. Непостоянный, да. Ребята, это я, сейчас подождите, вот так вот сейчас делаю. Чё ты там делаешь? Опа, очки Гуччи. Вау. Скоро же кубок фиферов. И опа! Очки Гуччи, чё, богатый? Опа, что ли? Очки Гуччи, да. Когда-то был. В общем, Гуччи, да. Вот реально Гуччи, оригинал, нахуй. В общем, Гуччи, да. Вот реально Гуччи, оригинал, нахуй. Гуччи гэнг, Гуччи гэнг, Гуччи гэнг. Так, друзья, у нас вышла новая промо повышение уровня. Вот, и мы решили затестить карточку Тима Уэрнера. 637 Тима тысяч. 98 пейс, 5 слабое, 4 финты. Статки прикольные, в талантах лишь скоростной дриблинг. Сегодня будем тестировать. Это очень интересная карта, и Вернер, конечно, судьба у него сложилась. Не знаю, ну, как карьера футболиста, мне кажется, не повезло ему. Ну, все еще впереди, пацан, 96-го года. 96-го года, братан, это уже под тридцатник. Блин, я все еще думаю, что им 14, блядь. Мое время 96-й год, это было 14 да, лет. Да, пиздики. В общем, да. В общем, у меня схема 4-2-4, у акула 4-4-2. Обычная, абсолютно обычная. Ты сам будешь монтировать? Да. Я там тебе привет передаю. Угу. Я через экран чувствую. Вот, поцелуйчики. Прикинь, тебе хуй покажу. Просто боюсь, вдруг ты не ты будешь смотреть. Забуду вырезать, блядь. Хотя на Ютубе что, мне кажется, можно такое показывать. Сейчас я тебе покажу, блядь, одно видео. 23 миллиона просмотров, окей. 18, 23 миллиона, посмотри 23 секунду. Ебать, фу, нахуй, это что, блядь? Это что, блядь? 23 миллиона просмотра, это на Ютубе, братан. Охуеть. Бля, какого хуя, нахуй он, подожди, что он делает, блядь? Что он делает, я не усну, блядь, нахуй он, подожди. Чуваки, попробуйте догадаться, что мы тут смотрим, нахуй. На Ютубе 23 миллиона просмотров. Ладно, я такого еще не видел, это правда. Я тебя смог удивить, да? Да, да, я все что угодно подумал, но не это, блядь. Фу, пиздец. Ну и мы с Честером, друзья, хотели напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Есть крутая система бонуса. Если вы пройдете верификацию до конца, получаете косарь фрибета. Ну и не забывайте регистрироваться у них на сайте. В первую очередь вы поддерживаете меня. Такие дела. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, ну что, полетели? Давай. Да, на правах. Полетели, полетели. Все, вот фамилии. Показываю. На самом деле, да, все, показываю. Также в одну позицию целился, давай. Let's go, справа. Let's go. На форварде у меня стоит Вернер, а справа стоит Вимер. Знаешь такое? Кто, блядь? Подожди, а у него есть позиция РВ? Ну да. Вимер. Блять, есть Вимер 96 пейс. Вернер, Вимер. Австрийский художник, который. Да, да, да. Ну. А на и форварде на... Мануэль Нойер. Нойер. Сука. Мог бы стоять там Мануэль мог Нойер. Мог бы стоять, но... Тут стоит Рудигер. Иди нахуй. Какой Рудигер, блять? Это ЦЗшник, блять. Ну, а у него есть карточка ФРВ. Рудигер. Ты чё, бля, футбин не чекаешь, блять? Ты чё, 400 тысяч доплачиваешь за эту хуйню? Раз, он тебе, бля, очко порвёт, блядь. В общем, у меня на ФРВ, там идёт туда красный линк, блядь. Там игрок Реал Мадрида, и это Марко Асенсио. Марко Асенсио. Mm-hmm. Просто Реал в сердце навсегда. Mm-hmm. Не, Сити ещё. И справа золотой мальчик. Вечный золотой мальчик. Может, ты догадался, кто это? Марио Гёцце, наверное. Да, это Марио Гёцце, ты прав. Это Марио Гёцце. Жаль, он тот тебя не самый, сыграет. Который... Ну, ты называй, сыграет. Ты говори там. Ты можешь рассказывать про него, пока все равно... Ну да, который выбил Аргентину в свое время с финала. Он отыграл. А сегодня выбил его я. Сука, ну... Бля, он меня пранкует, ребята. Да в смысле пранкует, бля? Ты... Да ты пранкуешь меня, блядь, как посмотришь? Ты за Гёцце мог догадаться? Ну, бля, немец ПП, ебать, таким умным надо быть, чтобы догадаться, я в ахуе. Таким гением нахуй надо быть, чтобы догадаться. А вот до Асенсио, да, догадаться было сложно. Вот эти четыре фамилии, правильно же, да? Да, четыре фамилии.
Я целился во все позиции абсолютно. Вау, что, меткий стрелок, думаю? Меткий стрелок, да, прокачал снайперов шрапнель. Ага. Так. И готов всех захватить. Прям всех? Давай. Вау. Да, всех. Это сильно. Так, слева Марко Ройс. Блять, слева? Да. Лево, ЛФА, карточка. О, боже. Он снова второй. Он снова второй, да. Так, слева на центральном полузащитнике невероятный футболист в этом сезоне Божил. И заслуженно получил тот с карточку. Мусиала. 97 рейтинг. И справа от него новая карточка, которую я недавно вытащил в Weekend League. Не знал, где ее затестить, и решил затестить в битве состав. Это Джуд Биллингем. Блять. Ну, сука, ну все мимо, блядь, брат. А что ты выписал? Все мимо, нахуй. Я думал, короче, ты Тони Кросса, короче, взял. И поставил, короче, на, ну, Тони Кросса. А ничего то, что у него позиции ЦП нет? Как бы я его поставил? Ладно. Вот такие ребята у меня. Переходим к Крайк. Ага, конечно, давай, давай. Рассказывай. Крайки у тебя. В общем, у меня... Ну, ты мои стримы смотришь, да? Ну, не всегда. Не всегда. Хорошо. И если последний ты стримы не заходил, короче, тут два игрока из моего основного состава. Это... Короче, оба дают линк Асенсио. Ну, один, короче... Ну, оба зеленых линка. Оба зеленых. На ЦП у меня стоит Серхио Бускетс, 95-й. Ёбаный, да, Бускетс. Бля, Бускетс. Ну и на ЛМ, скорее всего, ты догадался, но если не догадался, то ты лох. Нихуя оскорбил, блядь, меня. Это человек, который всех обвиняет в расизме, там, Ла Лигу. Это Винисиус, конечно, Винисиус Джуниор. Так очевидно. Так очевидно, ну, и под Вернером. Ты его выписывал в атаке, но нет, он в полузащите. Это Брат! Блять. Макс Брат. Ну, слушай, ну, Джулия, точнее. Я понял. Я выписал Горецку, ага. Выписал Адееми, ну, выписал Педри, блять. Адееми. Ага. И Винисиуса. Стримы я твои смотрю. Сука, блять. Ладно, Винисиус минус. Винисиус я, в принципе... съебался. Блять, у меня крайков нету. Так, ну чё, показывай снова первый. Сейчас узнаем, рассекретил ты мой. Я боюсь показывать листочек. Почему? Ну ладно, покажу вот тут. Вот. Это фамилия, если что. Ладно. Там что-то осуждающее? Нет, осуждающее, давай. Так, слева. Давай, слева. Кто? Слева у меня стоит немец. Ага. Гектор. Кто? Гектор. Кто? Кто? А справа чувак, которого, ну, очень часто убивали в одном мультике. Что? Ну, его часто в мультике убивали. В каком мультике, блядь, убивали? В Саус Парке. Кенни? Да. Блядь, ну что за Кенни, блядь? Ну, 80... Что, реально Кенни? Да, 87 рейтинг. Какой Кенни, блядь? Ну, посмотри, блядь. Кого ты, блядь, ставишь нахуй? Ну, посмотри, Кенни, 87 рейтинг из Бундеслиги, блядь. Смотри на футбол. Ебать, увидел, да. Пиздец ты. Так, и этого, да? Хектор. Кого ты выписал? Хектор. Можно я не буду называть? Да говори, говори. Короче, я выписал Клостермана. Ой, бля, я его за секунду убрал до этого. Я его хотел поставить, да. Да? Сука. И выписал Вагнера. Ну, это футболист такой. Сука. Я понял, блядь. Кай Вагнер, вот. Да. Ну и справа англичанин я выписал. И ты убираешь Кенни, конечно. Это пиздишь, вот блядь. Он. Вот он, пожалуйста. Да ты пиздишь, блядь, я не верю тебе. Вот он, Кенни, блядь. Ага, конечно. Ладно, оставляй. Какой, что, блядь, за Кенни, блядь? Трипьера я выписал, Трипьера. Я думал, ты англичанин. Ну, то есть, я знал, что англичанина поставишь, но я не знал, что... А как я бы линканул Вимера, скажи мне, пожалуйста, если бы я туда Трипье поставил? Аку, включай иногда смекалочку, логику, там, я не знаю, линки вспоминай. Сука, блядь, вот ты базаришь, блядь, ладно. Слева у меня игрок ПСЖ, и это Нуно Мендеш, конечно. Нуно Мендеш, 93-й.
Ну а справа у меня тоже англичанин. Да, всё, он скоростной нахуй. Это Уолкер. У Кайл Уолкер, блядь. Ну логику включай. Пиздец, блядь, линков нет нихуя. Там новая лига, блядь. Ну я новую. Пиздец, кого ты выписал? Я выписал игрока PSG Хакими. Тео Эрнандес, да? Эрнандес, Хакими и Минди. Хакими и Минди, блядь. Ты лево-справа перепутал. Да, надо было. Ебать, где логику у Панды FXL? Ебать, я тупой, блядь. Пиздец, ну ладно, блядь. Сейчас я логику включу, когда будут СЗшника выписывать. Удачи. О, удачи. Хорошо. Удачи. Хорошо, желаю. Хорошо. Желаю давай, удачи. Давай. Тебе тоже, Хектор, давай. Блядь. Так, ну что, финальная стадия, друзья, у нас. Давай, показывай. Да, я, короче, сидел, думал и понял, что тебе нужна новая лига. Да? Да? Нихуя себе. Тебе нужна новая лига. Смекалочка. Немецкая, да. Очко мы помним. Тебе даже две лиги нужно, оказывается, ебать. Ага. Да. Ебать, тебе две лиги нужно. Да, да. Ладно, ну, короче, я выписал вот этих футболистов. Сколько у тебя лиг там? А я тебе не скажу. Ладно, окей. Так, слева на центральном защитнике у меня стоит Бремер. Рядом с ним Данила и на воротах Счестный. Сука, иди нахуй просто, блядь. Я хотел этого Бремера выписать, а блядь. Почему я его не выписал? Я не знаю, блядь. Почему. Ну, потому что я думал, что ты пихнешь туда французов. Кого ты там выписал? Я выписал, у тебя есть Гиндузи, нахуй, карта, блядь. Сука, Гиндузи, потом Дембеле. Блядь, охуеть. У меня первый вариант был Гиндузи, Дембеле и Лефонт на воротах, прикинь. Серьезно? Отвечаю, это вот мой первый вариант был. Потом я что-то такое подумал, ладно, сука, поставлю, блядь, гиперлинк. Почему? Почему ты первый вариант, блядь, не оставил, нахуй? Было бы интересно все. А, все уже. Показываешь? Да. А, короче, смотри, уважаемый. Panda FX. Да. На самом деле здесь можно было догадаться, да, насчет варианта. Если ты внимательно заметил, то нужен линк Серхио Бускетсу. Блять, я не заметил реально. А не заметил, блять, я выебывался, да? Блять. Короче, Бускетсу нужен был линк, и я поставил туда Серхио Рамоса. Угу. Конечно. Серхио Рамос. Но ты все равно мог догадаться, так как игрока PSG мог выписать. Угу. А, справа вот это вот, ну если ты догадаешься, ты гений. Аймерик Лапорте. Ебать, как до этого догадаться, блять. Пиздец, сам говоришь, каких-то бомжей ставить, бля, Лапорте ставить. В смысле, блять, легенда Лапорт, блять. Угу. Легенда Сити играет, блядь, за клуб, который стал выиграл Лигу Чемпионов. Ну, блядь, красавчик, красавчик. Красавчик. Ну и на воротах легенда, угу, который недавно завершил, да, свою карьеру в Манчестер Юнайтед. Это Де Хея. Ай, блядь. Ну, я думал, блядь, в итоге. На-на. В итоге. На-на. Я выписал, ну, а Рубен Диеса, блядь. Так, хорошо. Я выписал Серхио Рамоса. Ну, блядь. Я выписал. Ля Порте. Да иди нахуй. Я выписал Де Хею, блядь. Блядь, ты пиздобол, я не верю, блядь. Блядь, ты охуел, да, вот. Да пиздобол, блядь. Я не буду убирать, блядь. Ты что, охуел, блядь. Я троих угадал, блядь, вот. Он пиздит, нахуй, блядь. Я тебе сейчас... У него не была бы такая реакция, типа, ебать. Я актер, ты что, да, блядь, ну, забыл? Да ну, блядь, актер, блядь. Вот, я тебе в ТГ скинул даже скрин, блядь. Пиздец. Кого я выписал, ну, давай, блядь. Давай. Да ебать, ты сейчас только все это, блядь. Бля, время, вот видел? Я футбин, время, футбин, футбин тебе прям сейчас отправляю, где давай, я сидел, собирал эту хуйню, блядь. Я не мог сейчас за секунду это все быстро набросать. Я ладно, переиграл тебя. Сука, ну пиздец, опять у меня нихуя нет по броне, ну пиздец, что это, блядь, минус 3 нахуй. Ну как заебали меня уже защиту с вратарем. Ну ты слишком очевидно играешь. Я тебе говорю, тебе иногда нужно включать смекалочку и очевидные варианты отстранять. А ты как-то... Как-то боже, да, блядь. Так, ну что, друзья, покупаем игроков и идем в матч. Ну, мне можно не покупать. Ребята, ну я буду делать максимально все возможное, чтобы не... Ну, блядь, не проебать 10-0. Да, не проебать 10-0, но и выиграть. Да ладно, иногда бывает бронзу тащишь, поэтому раньше времени себя не хоронить. Тем более я на TPC играю, вообще даже не стараюсь. Поэтому... Так, что за поле говна? Да, у меня специально такой стадион. Так, Богдан на воротах, Бургер Журман, Керриген. Ну у тебя верно Росенсио в атаке. Состав, нахуй. Пиздец, я как будто в элку, блядь, зашел. Чурман.
Опа, хорошо. Блять! Как же он меня пережал. Хорош, Чурман! Не! Ебать, что? Первый ебать, пошел! Какая хуйня, блядь! Пошел! Опять какая хуйня! Пошел! Как ты это делаешь сразу? Пошел! Как это делать? Как делать это сразу? Ага, чтоб ты делал потом. Блядь, ну скажи, похуй. Да нет. Я не забью тебе, вряд ли. Потом скажу. Нихуя себе. Найс трай. Почти. Так, акул катает, посмотрите. Ебать. Что? Ты можешь не комментировать? Что акул катает? Ебать, пацаны, я от него такого не ожидал. Стоит, тянет, блядь. Чтобы... Блядь, нет! Ассессио, блядь! Фу. Сука, слушайте, он прибеднялся. Смотрите, как играет парень-то, блядь. Он что-то умеет. Он что-то умеет, пацаны. Не, ребята. Чурман, хорош. Все потеряно. Оп. Оп. Ебать, как легко. Оп. Богдан! Богдан! Блядь, Богдан уебан просто. За что ты на Богдана из Тудроса гонишь, блядь? Нормальный пацан, блядь. Богдан, блядь, тарабух, пиздец, рыжий, блядь. Рудигер. Посмотри на эту хуйню. Бля, ну осуждаем всякий случай. Конечно. Бля, почему у меня не получается эту хуйню делать? Слушайте, акул что, катать мне? Смотрите, что-то умеет. Блядь, я до ворот просто не могу дойти. Нет, ты как бы доходишь, но дальше у тебя... Пиздец, нахуй. А я не нажимал подкат, блядь. Ебать, как легко. Богдан уебан X2, блядь. Как легко, блядь. Как это, блядь, пиздец. 3-0, блядь, как легко, блядь. Просто пиздец. Ребят, ну я специально поддаюсь, чтобы мне дали. Да, да, чтобы команду посильнее дали. Да, да, специально поддаюсь. Ай, Богдан, Богдан. Бля, рыжий уебан просто. А Максвелл за что, бля, пиздец, акул, ты чё? На кого бы ты хотел встретить такого кефифера в первом сопернике? Не тебя, блядь. Джет Фифа, нахуй. Джет Фифа. А ролик не хайповый будет. Джет Фифа это... Похуй. Бля, нихуя. Подожди, ты меня заговорил. Ну-ка, съебался. Блядь, ну ёбаный рот. Макс Брандт. Ой, Макс Брандт, иди снимай обзоры на еду, хуль ты сделаешь? Керриган! Пустоту ударил, оп. Ты видел? Бля, полетели. На! Блять. Богдан там обосрался, блять. Богдан, блять, нахуй его поставил, лучше попу поставил, реально. Ты не знаю. Макдональдс. Нихуя. Ну куда ты даешь, Макдональдс, ебаный, блять? Опа. Опа. Вкусная точка лучше, блять. Согласен. Опа. Ну это некрасиво. Пошел нахуй, чёрт. Это блядь. Некрасиво. Расист, блядь. На! Нихуя себе. Хорош, Богдан, блядь. Да, Богдан что-то умеет, блядь, сейв сделал. Опасно. Опасно. О, боже, нет! Нет! Бля, как повезло. Ты че косплеишь, Калёна, блядь? Как повезло, как сложно, пиздец. О, как боже, сложно, блядь. Нахуй, просто пиздец. Что это, блядь? Как сложно. Да я 2 удара нанес. Мне похуй. Слушай, неплохо, блядь. Оп. Оп! Хорош, Богдан! Нихуя себе, Богдан, ты че, охуел? Блядь, он вспомнил. Ебать, ты че, на тут дроцы гонишь? На! Богдан такой, все нормально. Мяч еще летел, блядь. Ворота не залетел. Сука. Хорош. Бургер. Блядь, ну почему к тебе отскакивает ебаный мяч? Потому что я лучше. Разъебал. Просто пиздец. Пойду побегаю. Скажи, как это правда делать. Сейчас кубок фифера. Все равно не забью, блядь. Оп. Хорош бургер. Оп. Блядь, Вернер. Вернер, вот типичный, блядь, Вернер, блядь. Типичный, да. Просто с метра по пустым воротам практически не попал. Блядь, пиздец, мне надо, ну, гол забить, блядь. Да, чтобы потанцевать, блядь. Блядь, пизда. Ай, сука, блядь. Ну, у меня не Богдан стоит, у меня польский гений. Да, польский гений, да. Блядь, как же он тянет время. Пиздец. Так, на! Лонгшот. Ебать, у меня 5-0. Пустые вороты, блядь. Пиздец, я в ахуе. Я просто в ахуе, блядь. Как этими уебанами, блядь, играть? Так, уп! Упал. Сука, зеленые хуесосы их прыгают. Зеленые хуесосы. Если у тебя, блядь, команда будет
наравне даже со мной, блядь. У меня так сгорит жопа, нахуй. Это пиздец, блядь. Аси сильнее? Сильнее, блядь, я участвовать не буду. Пизду нахуй. Ой-ой-ой, пацаны. Это может быть атака века. Да сука! Блядь, да хватит! Он заебал, блядь, этот... Это, блядь, на воротах. Пиздец, нахуй. Как же у меня жопа горит. Так, все. Я посмотрел на тебя, если ты 5-0, блядь, проебал бронзы. Сука! Ебаная не игра! Играли... Сука, опять баны, блядь, с этим четырьмя голами, блядь. Отклони, у тебя, блядь, играет. Жопа горит, блядь. Короче, пацаны, итог какой? Рудигер разъебал. Ты чё, 400 тысяч доплачиваешь за эту хуйню? А чё ты Вернер себя особо не продел... А, хотя подождите, 2-2 у Вернера. У Рудигера 3+1. Как твой Вернер сыграл? Чё расскажешь? Прям хуесос он, блядь. Так. Сиди, мучайся, блядь, монтируй зато. Статистика. Сука, да, только вырежу, ладно? Да, да. А то, блядь, ты че забанил? Сука. Так, друзья, че, классно провели время, спасибо Акул за компанию. Мы также... Да не за что, блядь, пойду очко побрею, блядь. Мы к нему также записали ролик на канал. Перейдите, посмотрите, там очень весело. Вот. С вами был я, Пандос Фиксович, Акул Бесикенович, и всем спасибо за просмотр. Да. Чао, какао. Да. Чао, какао, ребята. Всем хорошего настроения, блядь, такого же, как у меня.